То, что сейчас вы видите, поразило наше воображение. Для того, чтобы создать картины, настоящему художнику совсем не обязательно иметь под рукой чистый холст и краски. Известная вьетнамская художница Лан для создания своих шедевров использует песок. Ее работы стали популярны не только в Азии, но и в Европе. Сегодня она основала компанию, которая продает эти шедевры по всему миру. Здесь, в зале, художники создают песчаные картины по фотографиям. Цена работы – $100. Лан подчеркивает, что создание портретов – наиболее кропотливая работа, поскольку требует особенного усердия и внимательности. Одна лишняя песчинка может полностью исказить изображаемое лицо и свести на нет много усилий. Художница утверждает, что в мире много людей, способных создавать пейзажи из песка, но лишь немногим удается изображать портреты.